Добро пожаловать, Паша. Стол для вас уже накрыт. Я очень устал. Я пойду в комнату к себе. Это большая беда, Паша. Что такое? Что нам делать? Говорят, чума распространяется. Мы приняли все возможные меры. Бояться нечего. Я прежде всего за вас переживаю. Вы так ослабели и осунулись. Вам надо быть осторожным. О тетради Луки есть новости? Об этом расскажи. Утром я пошла во дворец, Паша. У Хюрем Султан в комнате я все тщательно обыскала. Но тетрадь найти не смогла. Она ее уже уничтожила. Но ты продолжай искать. Я буду у себя. Нигер? Я, Паша, вы забыли накрыться, и я... Хатиджи, что с тобой? У меня появилось тяжелое чувство. Ибрагим ведь здоров. Я к нему несправедлива. Я разбила его сердце. Это все моя вина. Ибрагим любит тебя больше самой жизни. Ты же это знаешь. Он должен понять. Попытайся излечить свое истерзанное сердце. Нуриде Султан, покои готовы. Вы желаете чего-то еще? Спасибо, Дае. Мы побудем еще немного здесь. Ты можешь идти. Thank you.
Паша... Одевайся. Паша... Ничего не было, Никер Калфа. И никогда больше не будет. Ты поняла? Тебе все ясно? Мне ясно, Паша. Собирай вещи, возвращаешься в Топкапы. Я нашла ее утром, госпожа. Она не разговаривает, погружена в себя. Только не переживайте, все обойдется. Хатидже, как же я испугалась, не увидев тебя в комнате. Ты же совсем замерзла. Твое личико снова будет улыбаться. Паша Хазрет Лери, ваша лошадь готова. Зачем ты пришла? Я подготовила ваши вещи. Когда вы поедете? А тебе-то что? Тебя, что ли, я должна спрашивать, когда мне ехать? Выйди вон.